Привет! Я тут получила посылку и решила запечатлеть свои эмоции для памяти. Посмотришь со мной? Но нам нужен нож. Женя, потрошитель посылок. Я решила, что это классная идея заснять то, как я открываю посылку. Ведь я в любой момент могу возвратиться в этот день, в эти эмоции и прочувствовать это вновь и вновь. Несмотря на то, что тактильно это почувствовать я уже не могу. Порезала ноготь? Аня. То, что в посылке, я знаю лишь наполовину, и это круто, ведь у нас есть интрига. А интригу в подарках я очень люблю. Это ожидание и легкое волнение. Вообще, я не хотела монтировать этот ролик, но мой микрофон дал помехи, и мне пришлось это монтировать, что-то вырезать и в целом озвучивать за кадром. Но это не отнимает дикой радости у меня от того, что я получила подарок. И первое, что я увидела, это блокнот. Я сразу начала рассматривать странички, ведь там очень много чего интересного. Он такой нежный и красивый, что я влюбилась в него. Спасибо тебе. На следующий я достала книгу и влюбилась в нее. Она крайне красивая, золотистая. Сперва я решила почитать описание книги, и она мне впала в душу. Хотела сразу прочитать несколько страниц, но не могла остановиться и прочитала больше, чем хотела. И я забыла то, что в почтовом пакете еще осталось кое-что для меня. Поэтому я читала. И последнее, что было для меня в пакете, это витамины группы В. А они важны при миопатии, и это классный подарок. И несмотря на то, что я сонная, так как снимаю поздно, я очень довольна и благодарна этому человеку, который мне присылал такой замечательный подарок. Спасибо тебе за то, что открыл со мной подарок. Пока.